Всем привет, с вами Гринкасплей. Буду проходить экстрим. Овки. Все концовки смерти. Я ни разу не видела их, а хочется бы увидеть. Ни одну не видела. Я помню, они меня кракеном отдавали вроде. Ну мы сейчас посмотрим, как я прохожу экстрим. Хотя лучше у меня не получится. Ну, если кто-нибудь тебе здесь есть, можно заманить бабку. Дед может и не прийти. Это за пень старый. Он глухой и старый. Жалко, что нету фигни, которую может так запилить. Как же мне выиграть их? Тем более такой огромной фигней. Бля. Фу. Ничего нет. Кстати, что ничего не скрипит, это очень странно. Бля, я тебя поставила. Йо! Дед дал мне под затрещину. Ну это меня не остановит. Я невидимка. Ну система конец за ней работает. Ё-моё. Не убить? Вы что задумали? Вы что задумали? Нажимай. Казательно меня достало. Нет! Ой, ё-моё, меня убили. Я очень жестким способом. Меня проткнули. Я играю на пианино. Настолько... Бля! Где ты была, когда я на пианино-то играла? Ты такую игру пропустила хорошую. Вы что задумали? Кракен? Бабка, офигела? Она меня достала. Спускай ее, дед. Ты уверена? Уверена, отпускай. Ну как скажешь. Жри. Меня запретят. Я опоздала. Ну, стоило попробовать. Но не получилось. Я не видела ни разу. Ой. Вы что, офигели? Меня созрет ребенок. Нет! Поздно, меня созрали. Я стал вот на эту Украину. Хотелось, чтобы меня одновременно убило ребенка. То есть застрелило его. Чтобы ко мне прислал этот дед и меня убил. То есть, что было. И плюс у меня убил кракен. Двойной скример. Но получилось то, что я встала на край, и меня дед забагался, короче, и убить меня чуть не может. О! Всем прислал в норму. Ну вы видели, все застыло на несколько секунд. Мать бабуля. Да как ты меня увидела? У нее зрение, как у железного человека. Она даже сквозь стены видит. Вау, новая концовка! На экстриме, кстати. Я в какой-то клетке. Ты что задумала, бабка? Наверху. Чё? Где? Ой, ё-моё, она меня зазарила! Дедуля. Уи. Короче, ну да, это единственный фактор, где стоит в туалете и смотрит в угол. На, это за повтор после.